Видео о том, как снять стопорное кольцо на поворотном узле для того, чтобы вытащить вот эту часть вместе с токосъемными кольцами и добраться до подшипников потом, чтобы их заменить. Проворачиваете вот так вот токосъем. Видите два ушка, вот они, стопорного кольца. Вот такими на разжим плоскогубцами. Цепляете два этих колечка, разжимаете стопорное кольцо, потихонечку его поднимаете, подкладываете отверточку, а потом спокойно, проворачивая, вот так снимаете все кольцо. Потом точно так же, но уже в обратном порядке, оно одевается. Также с помощью инструмента.